Чилин. Неман седьмой. Он капитан сегодня в нашей молодежке. Минский динамовец Артем Быков. Удар из-за пределов штрафной площади. Бьет Давид Акопян. На флангах у нас, ну, надо полагать, привычным для Владислав Василючек, Павел Савицкий, ну и еще четыре игрока помоложе остальных партнеров. Это 92-й, 93-й годы рождения сегодня у белорусов в запасе. Володько, попытка в центр перевести игру, нет, ничего не приносит. И острейший момент возникает в штрафной площади нашей команды. И вот этот единственный форвард, о котором я говорил, Вардан Бакалян, вот так, наверное, абсолютно нежданно, негаданно, на 8-й минуте открывает счет. Наверное, повторно субедит, что, ну, сколь своевременным был этот выход, далекий вперед рывок нашего голкипера. Смотрим еще, ну, тут явно центральные защитники сыграли хоть как-то представить наших молодых игроков. Много ребят из провинции. Для каждого из них и первых тренеров, и родных, близких, девушек любимых. Ну, это, конечно, событие. Еще раз тут едва не про Оганесяна. Там баражируют в линии атаки Бомбель. Ну и удар метров с 25. Тарон Восканян наносит. Пяткой. Последовала передача, технично сыграл Бакалян. Ну и повезло, наверное, можно и так сказать. Опасен Фалим в центре пола, поля. Ну, тактический фол. Что ж, в очередной раз тут давать возможность быстро переводить игру к нашим воротам. Тут по своему виду метров с 30-35 пытался один из ребят. Ну, естественно, друзья, техничные армянские игроки. Ковалевский успевает подставить ногу. Артем Симонян. Да, вот этот 20-й номер. Ставил точку. Видим тут, как полководец подсказывает. Руководит партнерами. Итак, 4 игрока в белорусской стенке. Погосян бьет. Далеко в сторону от ворот. На следующий отборочный цикл. Ну, тут намек, штрих, как с функциональной подготовкой на финише матча. 4 игрока бегут в эту контратаку у гостей. Селява почищает ошибку. Там, наверное, и Корзун мог сыграть. Понимание того, что быстрее, чем снег весной, тают последние минуты, десятки секунд матча. И вратарь уже даже ошибается. Летит мяч ему за шиворот. Какой моментище, а? На 93.